Жили шарики. Очень хорошо. Жили они и решили найти статуэтку Луну. Но она находится в пещере. Один шарик сказал пойти. Он нажал на кнопку. Красный шарик потом нажал на кнопку, а он передумал. И опустился топор. Красный шарик испугался. И со своими друзьями и красный шарик и его друзья покатились, а там были злые монстры. И шарики наваляли квадратом. И его друзья провалились в яму. Одного заперли в какую-то треугольную клетку, другого под шипами, а этого в шипастой арке. Ой, я забыл поздороваться. Привет, ребятки. С вами я, Красный Шарик. Так, первый фонарик найден. Я тут друзей своих спасу сейчас. Всех прям спасу. Еще фонарик. Так. А ты кто? Так. Не надо. Получи. Ай, ты чё дерёшься? Ты меня укусил. А это больно очень. А, нет, я промахнулся. Я должен последний фонарик взять. Квадраты! На одного я прыгнул. Получите, получите. Получите. Юху! Так. Ай! Так. Получи, монстр, ты летучий. Он похож на летучую мышь. Так. Лазер! Так. Ты, квадрат, что тут делаешь? Получи! Вы мне надоели. Ай! Ты над нас никогда не доберешься, шарик. Так, а что если... Спаси меня, красный шарик. Ну ладно. А если я не спасу, он со мной дружить не будет. Спасибо! А это закрываем. Так. Юху! Так, ну что, третий уровень. Так. Нет, я не утонул. Есть, я смог. Не надо. Еще как надо, Тань. Утону тебе. Получите. Ты получи, ай, больно. Юху! Так, четвертый уровень. Так. Новая история у нас. Получи. Огромные какие-то пошли монстры. А какой босс будет, я не знаю. Наверное, мы просто статуэтку заберем, но ее охраняет босс. Ой, там охраняет вот этот взрывной шарик. Это мой братишка? Не, он не мой братишка. Он мой враг. Но он круглый. Такой прямо, как я. Так. Я открыл проход, так. Юху! Так, ну что? А тут будет друг? Мой какой-нибудь друг. Так. А ты что тут делаешь? Получи! Так, это что? Что тут у нас? Вау, движется как? Я не забрал ни одного фонаря. Фонарь следующий где? Ох, повезло мне. А следующий где?
Я не знаю. Получи. Спасибо. Так, ну что? Ай, больно. Так. Не надо. Ай, не надо. Не надо мне пушки. Ну и где? Где он этот? О, вот он. Ай! Хватит стрелять в меня. Мне же больно. Ай! Я жив! Ха-ха-ха, я жив! У меня есть одна жизнь. Я жив! Ха-ха-ха! Ю-ху! Так. Эй, ты кто? Квадрат? Я знаю, кто ты. Не надо, не надо, лазеров, я боюсь. Нет. Седьмой я не мог пройти, поэтому перешел на восьмой. Кто закрыл проход? Получи. Получи. Вы мне надоели. И ты получи. Ты чё на меня? На себя вон прыгни. Что ты сказал? Спасибо, что проход открыли. Я боюсь упасть в лаву, но её тут нет. Ай, ты чё, дурак? Ты чё? На моем пути прям. Что это? Это что такое? Что-то все перевернулось. Я не узнаю. Я не узнаю, что было. А фонаря тут нет. И тут его нет. Я попал в ловушку. Кто-нибудь вытащите меня. Ха! Это не ловушка. Ты не доберешься сюда. Ты же мой друг, Шарик. Ну нет. Ну я... Он хотел сказать, что он тоже Шарик, как и я, но злой. Что-то. Я тебя спасу, моя подружка. Зачем ты ее спас? Ах, она жива. Так, так, так. Так, это 10 уровень. У меня все уровни разблокированы. Я всех их прошел. Ты кто? Я гриб. Я злой гриб. Я босс. А, ты на босса не похож. Ты просто маленький грибок. Как ты меня назвал? Вот это ты тогда босс. Ай, больно, больно. Не больно, я шучу. Тебе должно быть больно. И ты должен был погибнуть на уровнях. Уничтожу я тебя. Ай, я не погибну. Ты умрешь навсегда. Получи. Есть. Так. И что там будет такого? Я жду. Вау. Мы нашли ее. И потом шарики начали жить очень хорошо. Да. В этом все им помог красный шарик.